Всем привет, ребята, с вами ЛА-34. Сегодня у нас такая игра под названием Crash Test. По-другому она как-то там называется, потому что в телефоне ее так вводят, как Crash Test. Так, ну вы там введите на английском плеймаркете, если хотите себе такую же. Вот так вот на английском. Crash Test. У вас она самый первый будет. Блин, долго. Тут у нас дрифтка. Извините, ребят, звук не выглядит. Блин, это я 86, по-моему, очень похож. Ой. Ну. Лаги эти. Заехать мешают. Смотрите, сейчас тут не так жестко, но в Бинге это, представляете, как в Бинге Драйве это было жестко. Обкувал. А это чё? Это ничего прям. Так, давайте переключимся на новую машину. Рейдска. Он реально очень быстрый. Так, давайте здесь. Только, блин, пресс сразу сюда не налетает на машину. Поэтому. Благородная. Так, это я чё, мне кажется, я чё-то... А, тут медленные прессы, а там красные. Чё, давайте её приключим, эту малышку. Ты какого билета туда едешь? Ну? Сейчас я её приключу. Вот уж ё-моё. Испытаем на быстром прессе. Нифига он летит. Так неплохо. Так. О, она долго устанавливается. Ты же говорила, она уже устанавливается. А, ну это я знаю, что она будет долго. Ребят, извините, просто там Бимонджа нравится на компьютере. Блин, а эти прессы так неплохо рубят. Мне интересно. Так. Думаю, будем на большом скоростном прессе. Ща. Потому что он высокий, как плющит туда. Прям. Возможно. Как так? Ага. Его даже не разрушило. Как? Ой. Так, я здесь не катался ни разу. Пусть надо мне телефон даже. Если что, попей. Воу, ребята. Ну да. Ребята, это офигеть. Да. Что ты скорость сбрасываешь, алло? Да. Тоже мне детская зона. Ничего себе. Крепко лагает. Ладно, ребята, всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, прикольная игрушка, ставьте лайки. Всем пока-пока.